Новый год с новой, полностью благоустроенной придомовой территорией. Этот двор по улице Ленина, 171, попал в программу формирования комфортной городской среды. Теперь здесь есть спортивная и детская площадки, установлены скамейки и урны, проведено озеленение. И это еще не все, говорят общественники. У нас здесь будет беседка для отдыха взрослым, капитально благоустроен мангальная, шашлычная, все, чтобы любой праздник, мероприятие наши жители двора могли выйти и провести здесь. На новогодних каникулах здесь прошло первое мероприятие. Праздник получился двойной. Отмечали его с размахом. Артисты непрофессиональные, но публика их принимала на ура. Выступали с душой. Мы бродячие артисты, мы дороги здесь торгнем, и фургоны в поле чисто, это наш привычный. Концерт устроили силами Дома культуры молодежи и местного дворового клуба «Путь к успеху». Сегодня на его базе работают музыкальные и компьютерные кружки, а еще открылась изо-студия. Именно ее воспитанники занимались художественным оформлением праздника. А еще у нас в планах оформление фасадов, подъездов, то есть в единой системе. Это будет не только граффити, но и выдержано, яркое. Все-таки мы живем в Анапе, где подручные средства. Вот. И распишем, сделаем мир ярче, красивее, добрее. Сегодня этот двор – точка притяжения для детей и взрослых, причем не только из соседних домов. Места теперь здесь хватит на всех. Спасибо за двор! Ольга Родина, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-Регион.